привет! Рада тебя видеть в нашей лиге снова, а уже в городе Москва. Так сказать, у тебя крайний твой бой был по боксу, победа, грэплинг и ММА увенчалась, так сказать, неудачей, но я смотрю, что ты настроен сегодня провести аж 3 боя и по ММА, и по грэплингу, и по боксу. Расскажи вообще, какой настрой? Вот. Настрой вообще отличный. Вчера как раз после работы, спавший, так чуть-чуть поспал, перекусил и приехал в Москву, решил, короче, попробовать свои силы на 3 видах. Слушай, ну ты, я смотрю, похудел, так сказать, сколько ты сейчас? Да, с этой работы точно похудел, ну 88-89. Ага, я понял. Ну что, тогда желаю тебе удачи и да прибудет с тобой сила. С какого города ты к нам приехал? Тверская область, Конаково. А какой клуб ты представляешь? Каракурт. Под руководством какого тренера занимаешься? Соловьев Максим. А расскажи, какая у тебя база, с чего ты начинал? Бокс. Бокс. И в какой бы крупной организации ты его хотел бы выступить? Пока без понятия. Даже. Без понятия, да? Ну что, ждем от тебя интересный бой и желаем тебе удачи. Итак, дорогие друзья, представляю вам бой по боксу весовой категории 91+. И приглашается боец из Тверской области, город Конаково. Приветствуйте бойца, представляющего Каракурт, Визнер Артур. Его соперником станет боец из города Санкт-Петербург. Приветствуйте, Анусевич Роман. Бойцы face to face. Пожали руки. На месте не застаивайся. Дай ему правой сиди. Влево, иди влево, 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 влево. Так, не заигрывайся. Ручки повыше, ручки повыше. Ну, он, лимит со мной влево. Поди влево. По корпусу джефа можно, только челяк закрывай так, на корпус. Да, вот так, отходи. Отходи, за правой следи, за правой его следи. Вот в это время, когда у тебя прямой кидает, джефами, боковыми. Подними левую ручку вперед. Так. Лицо чуть прибим, у тебя лицо открыто. Ну, боксерка на нас, карпа. Лицо прибим, у тебя лицо открыто, говорю. Встречай, что ты назад, наоборот, встречай, он открытый, встречай. Выжди его, это джеф не вправо. Ну, кажется, смотри, джиген на бурган, да? Не стой долго на месте, не стой долго на месте. Давай прицелимся, не стой долго на месте. Двигайся, двигайся. Ну отходишь, отходишь, не рубись, отходишь. А это зам. Вот так, молодец. Корпус пробей третий потом. Пойди по корпусу можно. Или корпус нет потом. Отходишь, 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 не рубись. Не заигрывайся, он тяжелее, не надо. Молодец. Про корпус не забывай, защиту плотнее сделай. Не заигрывайся, главное. При каждом ударе ты шутишь. 10 секунд осталось. Молодец. Стоп. Стоп. Молодец. Раз, два, подыши. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Готов? Бокс! Время, время! Стоп! Стоп! Полуплан! 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 Этажом, как сказал, снизу вверх делай. Спокойно, спокойно. На месте долго не стой, не давай прицеливаться. Не стой. Вот так, правильно. За левой следи. Вот так. Не открывайся, не рубись, не рубись, не лети. Не лети, говорю. Отходим, 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 отходим
Я его чуть вперед. Не чай, ты хочешь, а вдруг на месте не стой долго, не давай прицеливаться. Видишь, опускает руки. В этот момент ты должен поймать, когда он руки опускает, перчатка там что-то делать. Правый тоже каждый работает. Момент, через руку. Каждый момент. Корпус, когда он закрывается, корпус свободный, у тебя правая сторона. Понимаешь, его правая сторона. Иди, прижимайте, нажимайте. Дергай левой, дергай, дистанцию лови, дергай левой. Дергай левой. Встал, дергай левой. Еще. Правый, левый. На месте не стой, не давай прицеливаться. Не стой на месте, не давай прицеливаться. Делай, делай. Вот так. На ножку в костер вставай. Правый, тыкай, синий. Правый, тыкай, левый, боковой. Ручки при ударах, когда у лица. Корпус. Смотри, правильно. Корпус не забывай. Отходи, отходи, не стой на месте. Не стой на месте. Двигайся, двигайся. Уходи, уходи, в правую, сторону иди. Двигайся, двигайся, двигайся. 10 секунд осталось, дыши. Ручку выше подними, не заигрывайся. Линку вместе по кругу. Левый боковой. Стоп! По углам. Внимательнее, двигайся. На месте долго не стой. Дистанция, держи. Ручки чуть повыше. Вот смотри, вот когда он... Дай, да, можешь корпус зайти. Под шагом. Спокойно, последний раунд. Не просто удар, с под шагом вместе. Это не надо, прямой удар нужен. С под шагом вместе. Снизу вверх работаешь, под шаг внизу вверх, потом сам знаешь. Одиночно не работаешь. Правый добавляй. Вот тут встречай, вот он тебе левое что-то махнул, у тебя правая прям заряжена. Он открытый прям. Не маши, а почтальона можно еще. Добавляй справа, просто, через руку. Тыкай ему лево. Вижу дистанцию, не надо. Вот, молодец. Давай. На, давай. Ну, кайф за себя. Не рубись, не надо, не рискуй, не надо. Да, то удар. Молодой. Делай свое, работай спокойно. Раздергай. Видишь, правая ручка, левая ручка, где у него? Она не готова к атаке. Вот так, Дыши при каждом ударе, Не заигрывайся, аккуратнее, спокойно, не рискуй. Вот так, уходи, говорю. Не рискуй, Ушла, жахштиды. Аккуратнее, спокойно. Дыхание, вот так, правильно. Корпус, видишь, он руку левую, вперед-назад. Пробил назад, назад не иди. Правый, внимательно, заряжай правый. Вот так. Сейчас отходи влево, вправо. Да, руку включи. Встречаю, ты по глухой защите принял, сразу встречай. Руки не готовы к его защите. 10 секунд, Артур. Вот так, отходишь, молодец. Челяк закрывай, Не лети, Еще раз, все уже, начал. Не лети. Время. Стоп. Стоп.